Всем привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу, как я делала вот эти дизайны. Кому интересно, оставайтесь со мной. Поехали! Для первого дизайна на фон возьму полупрозрачный розовый, можете взять любой, у меня от Miss 212. Можно покрыть один слой, а можно и два. Возьму полупрозрачные камефубики и вот такие блестки. Ссылки в описании будет на все. На липкий слой кладем блестки, как бы зону улыбки. Здесь я наложила слишком много, поэтому убрала немножко. Покрыла их топом и на мокрый топ выкладываю уже полупрозрачные камефубики. Взяла разные цвета и самые маленькие размеры. Выкладываю их прямо поверх блесток. И затем в лампу. Теперь белой гель-краской ставим полосочки. Нужно было остановиться на двух, но я зачем-то сделала 4, получилось кривовато немножко. Но все равно оставила, ничего страшного. Добавила еще точечек. Все это засушиваем дело и покрываем сверху топом. Ну вот, в принципе, и все, первый дизайн готов. Для остальных 4 дизайнов покрыла все типсы 2 слоями гель-лака белого. Вот здесь сразу начала красить, надо было сначала липкий слой стереть. Вот это я как раз делаю. А потом черным гель-лаком или гель-краской с остаточной липкостью рисуем посередине полоску. Пока типсы сохнут, нарезала вот такой фольги. Отпечатываем где-где маленькими кусочками. Цвет получился как на подставке, кстати, в алмазике, видите? Классно. И осталось добавить только по бокам черные тонкие полосочки. Отправляем сушиться в лампу и покрываем топом. Ну вот, готов второй дизайн. Для третьего дизайна нам понадобится много гель-лаков радужных оттенков. Просто рисуем полосочки. Каждую полосочку высушиваем. Секунд по 5 достаточно, чтобы схватился гель-лак и чтобы они между собой не перемешивались. Ссылочки на них не спрашивайте, берите просто, что у вас есть в наличии, любой цвет и рисуйте. Потому что половину гель-лаков уже нет в наличии. Если какой-нибудь дизайн захотите повторить, пожалуйста, огромная просьба, закиньте в группу ВКонтакте, мы все полюбуемся на наши работы. Ссылка на группу будет в описании. Поверх этого рисунка сделаю геометрию. У меня есть стемпинг, вы можете просто нарисовать, если у вас глаз алмаз, прямо от руки. Ну, так проще, быстрее и ровнее. Покрываем топом. Все. Для четвертого дизайна возьму аэропуффинг и вот такие цвета. Делаем по 3 слоя. Каждый слой просушиваем по 5 секунд, чтобы закрепить результат. И все. И фон у нас получится прямо нежнятинка-нежнятинка. А этот желтый от Miss вообще в один слой пришлось сложить, потому что он настолько плотный, я обалдею от него. Чистится аэропуффинг легко. Салфетку сбрызгиваем спиртом и жмем, пока гель-лак весь не выйдет. Губка, конечно, не потеряет весь цвет, останется, но пачкаться все равно не будет. И она распухнет и будет больше намного. Вот так выглядит новенький, а вот так уже высохший, он все равно уменьшился. К этому дизайну я решила добавить белые вензелечки. Это наклейки суперские, я их обожаю. Вот такую вот возьму. Просто берем, приклеиваем. Очень хорошо приклеиваем, потому что если будет складка, топ слезет там. Покрываем топом, дизайн готов. Последний дизайн будет цветочек у нас. Рисуем его очертания тоненькими линиями. Черной гель-краской взяла от Savyland.
Пока цветочек сохнет, перемешаю розовый гель-лак с топом, чтобы получилось бледно-розовый. И такими мазочками, не доходя до самого верху, рисуем. Отправляем в лампу и подмешиваем еще розового, чтобы у нас поярче было. Затем закрашиваем до середины ярко-розовым, полупрозрачным. И сухой кисточкой, если что, можно убрать все лишнее. И в серединке у основания лепесточков добавлю ярко-розовым чистым гель-лаком. Затем отправляем сушиться. Теперь осталось покрыть матовым топом и поставить капельки. Ну вот, что в итоге у меня вышло. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какой вам дизайн именно понравился. 1, 2, 3, 4 или 5. Можно, конечно, и все, если все понравились. Первые 4 дизайна у меня вышли с первого раза, а вот это со второго. Поэтому, если у вас что-то не получается, пробуйте еще раз. Видите, я хотела здесь с прорисовочкой беленькой сделать, но мне показалось, что без нее намного лучше. И вот этот лепесточек слишком узкий получился, надо было покруглее сделать. И вроде бы второй цветочек вышел получше. Поэтому эту типсинку я, наверное, выброшу. Вот. Ну ладно. Всем спасибо за комментарии, огромные за лайки. Пока-пока!